Из Энерпрайзена, и вновь здравствуйте, с вами снова Сибдей Том с хакасскими пословицами и поговорками. Мы продолжаем представлять хакасские пословицы, пока все еще мы в теме выражения идей об интеллекте человека. Ну и вот следующая пословица. Пазыңнан сағын көгісінен көрес. Пазыңнан сағын көгісінен көрес. Пас – голова, сағын – думай, көгіс – грудь, грудная клетка, көрес – борис. Ну и построчный перевод. Пазыңнан сағын – думай головой, көгісінен көрес – борис – грудью. Ну, а здесь идея следующая, что нужно думать головой, а не чем-то иным. То есть голова предназначена для того, чтобы им думать. Вот вы когда высказываете идею или какую-то мысль, связанную с тем, что нужно все же как-то мыслить, да, то вы можете сказать так. Пазыңнан сағын көгісінен көрес. Так, следующая пословица. Милг пасха харах керек шох. Милг пасха харах керек шох. Мисц мозг, пас голова, харах глаза, керек шох не нужно. Построчный перевод. Голове с мыслями, с умными мозгами и глаза не нужны. Но идея такова, что умному человеку и без глаз можно догадаться. То есть не обязательно видеть то, что, о чем можно догадаться или представить, допустим, да. Ну и, в общем, у умного человека всегда мысль идет впереди глаз или работает впереди ваших ощущений. Да? Мили пасхахарах керчок. То есть разумному человеку не обязательно видеть. Он может дойти своим умом. Ну, давайте я сейчас представлю демотиватор, который я сделал на эту тему. Ну, вот еще раз запоминаем. Милик пасха харах керекшох. Пазыңнан сағын көгісінен көрес. Ну, вот на сегодня два варианта пословиц и поговорок хакасских. С вами был Сибдей Том. Подписывайтесь на канал. Внизу у меня будет ссылка на плейлисты изучения хакасского языка, а также на пословицы и поговорки. С вами был еще раз Сибдей Том.